Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Си Нанда 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 Банде Радхика Чарана Дайам Гопияна Самайоктам Бинда Ванша калпатаруя шакипасин синду бевачу патитананг пабуне бхавишнаве бхьо намо нама мукан кароти бача ланг бангун ланг хетгирам ятки патам ханг банди параманандавадвам бриндавай тулсидевай пиявай кесавасач Шна бхакти паде деви саттва баттвай намо нама Нараяна намаскритта наранчайва нараттама Девин сварасватин вясам тато жайо мудире Санкиртане Кришна катхо пудеши Гаурия патрашо пракасанича Саданурапта гуру бхакти йогто Бхакти Прамадакша Джагодарайна Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадохам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витаттихам Панатапали Бхавадипутам Банде Махапурусвате Чарнаравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Гамабхигаво Душва Дарши Пурна Нурагара Сасагара Сарумурти Сарадхикама и Кадакхивам Каруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ломбита хужау канука будату Сангитаной кавитару камала ятакшо Вишам бару дижа бару жугадхар мапару Банде жагат прия кару Каруна бхактару Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам, Сура Сурайра Вандито Дипа Рупа. Бхуктин чамуктин чадада синитам Бхавану рупе насада наранам Ганга таранга рамания жата калабам Гаури нирантара вигуши тобам фагам Нараяно прияманга мада пухарам Барана Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджасва Бадане Лакшми Риджаса Чавакшаши Джасьясте Хиде Самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Харе Рама, Харе Рама, Рама.
Ram Hare Hare Motirna Kishne Parato Shatova Mito Vipade Togiho Pradhanam Adanta Govir Vishatam Tamisham Punaha Puna Chorvito Charvananam Motirna Kishne Parato Shatova Mito vipadde togiho vratanam adanta gohir vishatam tamisham punaha puno charvito charvananam. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru сказал: человек может быть большим пандитом, обладать высокими степенями. Но насколько ученым не был бы этот человек, пока он не обретет стопроцентное предание подлинному гуру, он не сможет понять темы, связанные с вайшнавской сиддхантой. Какой бы пандитей, каким бы знанием он ни обладал, возможно, он обладает высоким ораторским мастерством, он большой ученый, тем не менее, пока он не обретет полное предание великому вайшнаву, чья жизнь является воплощением всей вайшнавской философии. Мы можем видеть, что жизнь Прабхупады является таким воплощением вайшнавского учения. Кто-то думал, что Шрила Гуркшадас Бабджи Махарадж не образован. Но Прабхупад отвечает на это. В нем вы можете видеть проявление, воплощение учения Шри Чайтанья Махапрабху. Все учение. Понимание обычных людей абсолютно неправильно. Пока эти выдающиеся ученые не обретут полное предание Садгуру Падападми, они не смогут понять ничего о вайшнава даршана, даршане вичаре. Мы знаем шлоку из Бхагавад-гиты. Они чувствуют таттву, они видят ее. Они могут чувствовать ее, лично встречаться с ней, когда говорят, то есть подлинные вайшнавы. Но таттва-вади, они запоминают цитаты из священных писаний для того, и цитируют перед аудиторией для того, чтобы снискать аплодисменты в свой адрес. Итак, осознание таттва-вади пуруши, то есть если это условие будет исполнено, как говорит Прабхупад, первое — это беспрекословное предание, второе — это искреннее желание понять, то есть когда вопрошают искренне, без настроения проверки вайшнавов. То есть это настроение, когда вы хотите проверить, дай-ка я проверю вайшнавов, заставит вас деградировать. И третье — это желание служить. Если три этих условия присутствуют в преданном,
он обретет татва-гьяну. Для огня необходимы дрова. В сравнении это, то есть это означает, что вы должны принести в жертву себя. Принести в жертву свою собственную свободу. Принести ее к лотосным стопам Садхгуру. А также вы должны принести дакшину. Потому что без дакшины вы не обретете дивья-гьяну. Итак, великие выдающиеся ачарьи, они могут рассказать вам о вайшнава-даршане, потому что они, то есть они могут даровать вам знания, трансцендентное знание, потому что они не заинтересованы ни в каких материальных выгодах. Они постоянно смотрят внутрь, они не смотрят на внешний мир. Глупцы, материальные материалисты, они смотрят вовне. Но чистые гуру вайшнавы всегда смотрят вглубь, всегда смотрят в себя. Потому что это внутреннее зрение настолько точно, их внутреннее зрение, видение настолько точно, что нам сложно представить. То есть три этих вышеназванных условия должны быть исполнены. То есть беспрекословное предание, вопрошание, искреннее вопрошание и желание служить. Если вы хотите жить спокойно, без служения, думаю, что лучше я вот еще какой-нибудь язык выучу. Или если я выучусь, как на компьютере работать, Махарадж даст мне служение. Но на самом деле, зачем все это? Это на самом деле концепция материалистично вдохновленных людей. Они постоянно думают о материальном благе. Кто-то говорит, Махарадж, необходимо совершать экадыши, потому что экадыши, с помощью экадыши наше здоровье будет очень хорошим. То есть постный экадыши очень полезен для здоровья. Но так размышляют лишь глупцы. Наши экадыши для того, чтобы обрести бхакти, не для здоровья. Это не есть настроение служения. Или, например, кто-то понимает, что ему необходимо двигаться, чтобы сжечь калории, и тогда думает, о, хорошо, я исполню такое-то служение, но на самом деле оно не... То есть нет таких, кто... Прабхупад говорит, те, кто хочет жить спокойно, избегая служения, в действительности являются материалистами. Они не понимают, что такое жизнь в баджане. Вчера я очень строго говорил о том, что чтобы вдохновить вас на совершение служения, я никого не критиковал, я говорил факты. Чем больше мы испытываем влечение к служению, тем больше мы можем осознать вайшнава-татву. В противном случае у вас будут разные настроения, соперничество, сражение, то есть осквернение будет присутствовать. Если, то есть такой вопрос встал, что хорошо ли, если кто-то просто не хочет совершать служение. Прабхупада отвечает, в этом нет ничего хорошего. Просто жить без проблем, избегая проблем, это не является настроением преданного. Coming, sabji from Bajivasa, some ladu vadu. Who take trouble to cook at that
То есть вот я буду жить у Говардхана, а порой совершать парикраму, и не думать, что это есть баджан. Я то есть я буду служить Говардхану, Говардхана Шиле, и у меня будет приходить просад. Порой, когда у меня будет время, я так расслабившись, буду совершать парикраму вокруг Говардхана. Но это не было таким, это не было настроением Санатаны, Рупы Госвами, Рагхунатха Даса Госвами, Джива Госвами Пада. Они никогда не размышляли таким образом. Ну, мы просто будем ходить совершать мадхукари, собирать мадхукари просто для того, чтобы сэкономить время на готовку и так далее. На самом деле так размышляют непреданные. Те, кто хотят избежать служения гуру и вайшнаву и хотят жить спокойно, такие так называемые саду, так называемые преданные, если они просят служения у кого-то, они, даже если они просят служения, они его в конце концов избегают, потому что они в действительности являются карми. Таким образом, мы должны всегда быть на чеку. Наше тело, ум и речь должны быть всегда готовы совершать служение. Всегда должны быть готовы к служению. И ни к чему, кроме служения. Таким образом, пассивное настроение, желание спокойной жизни — это не что иное, как майя. Оно не позволено. Когда же мы осознаем, что такое майя, как я уже рассказывал, когда вы, то есть, когда какой-то дух набросится на вас, вы что-то почувствуете, если вы сможете понять, что это есть майя, если вы будете поддерживать чистоту внешнюю и внутреннюю постоянно, в таком случае никакие духи и ведьмы не смогут вас, на вас влиять, не смогут вас захватить. Также Бхактивинода Тхакур дает объяснение, что есть майя. Он приводит определение майи. Он говорит, сваруп шакти Бхагавана, внутренняя энергия Господа. Без существования внутренней энергии сварупшакти эта внешняя энергия не смогла бы защитить свое собственное существование. То есть без одной, то есть без внутренней, внешней шакти Бхагавана не существовало бы. Как, например, если есть свет и источник света. Если источник света убрать, то сам свет не будет существовать без него, не сможет существовать. И точно так же Бхактивинода Тхакур объясняет, внутренняя энергия Бхагавана, антаранга шакти, сваруп шакти, внутренняя энергия. Но есть еще одна, вторая энергия. Yeah.
Но без существования Сваруп Шакти, Майя Шакти не сможет существовать. Брахма Самхита очень ясно говорит об этом, о Майя Шакти. И Бхактивинода Тхакур дает очень научное и точное определение. Кто бы смог понять объяснение Джива Госвами Пады без комментариев Шрилы Бхактивинода Тхакура? Бхактивинода Тхакур очень замечательным образом объясняет. И также разные шлоки с Шримад Бхагаватам. Из-за влияния майя все дживы майя не имеет ничего общего с чидатмой. Майя не имеет ничего общего со сварупой дживы, с чидатмой. Потому что джива является чит, частицей чит, и поэтому у Майи нет ничего общего с ней. Бхактивинода Тхакур говорит, что нет никакой связи. Чит Шакти, Парипурна Шакти. У Майи Шакти нет ничего общего с Чит Шакти. Чит Шакти — полная потенция Шри Кришны и ее проявление вечно совершенная субстанция. Джива не является нитья-ситхой. В этом ее главная проблема. В действительности джива не является телом, но мы думаем, что это так. Джива — это атма, которая находится внутри тела. Но мы думаем, что джива есть тело и все, что с ним связано. Хотя, когда она совершает садхану, она может стать садхна-ситхой и может наслаждаться трансцендентным счастьем, как это делает нитья-ситха-джива. Вечно совершенные существа. Все четыре вида сакхи Шримати Радхики являются нитья-ситхами. Они — прямые экспансии кая-вьюхи. Все дживы проявились через Джива-шакти, через Татастха-шакти Шри Кришны. Чит-шакти полная шакти Шри Кришны. Джива-шакти не полная. Не полная шакти.
так же как полная татва изменений, полных изменений, полной энергии. Кришна утвержден во всех его шакти, проявлениях, которые проявляют сварупу в соответствии с природой шакти. Он проявляет свою сварупу как Шри Кришна, когда утвержден чит-шакти, так же как Нараяна, Господь Парабрахман, когда он проявлен как утвержден в джива-шакти, проявлен в джива-шакти. Его сварупа Виласмурти Браджа, когда Господь проявляется в джива-шакти, его сварупа проявляется как Виласа. Он утвержден в Майя-шакти и проявляет три вида Вишну. Гайбата-кашая, Кширада-кашая и так далее. В своей форме Кришны, в Брадже, он проявляет духовные игры. В Баладева-сварупе он проявляет сева-тату, проявляет нитья мукта паршадов, вечно освобожденных спутников Господа, тех, кто оказывает 8 видов служения Шри Кришне. Причина шеша-татвы заключается в желании совершать служение. Он проявил 8 видов служения как вечно освобожденных спутников Шеша-рупы Нараяны. Махавишна, который является аватарой Санкаршаны, находится в Джива-шакти. Его параматма-сварупа, параматма-вайбхав проявляет джив, которые обладают склонностью быть помещенными в материальный мир, то есть привлеченными материальным миром. Дживы, которые попадают под влияние майя, отправляются в материальный мир. И пока
они не прибегнут к прибежищу Хладини Шакти, Сваруп Шакти, по милости Бхагавана или милости Бхакты, преданного, не будет никакой возможности победить Майю. Бесконечно обусловленные дживы побеждены Майей. И находится под влиянием трех гун материальной природы. Сиддханта заключается в том, что майя не имеет ничего общего с чит-шакти. Необходимо помнить, что лишь джива-шакти, не чит-шакти, проявляет дживы. Проявляется лишь дживы. А, то есть джива-шакти проявляется благодаря татастха-шакти. И майя-шакти ничего общего с ними не имеет. Это главный момент. Также мы должны помнить о штуке, с которой я начал. Очень важное. Благодаря личным усилиям материалист, то есть материалисты не могут понять пара-татву. То есть с помощью какой-то, при помощи внешних вещей или личных усилий нельзя понять эту пара-татву. Это невозможно. Органы чувств не находятся под контролем, под их контролем. С незапамятных времен они жуют одни и те же материальные наслаждения, но никак не могут сказать «хватит с меня», «стоп, хватит». Таково наслаждение майя-шакти. Они не испытывают никакого отвращения, они думают, что это замечательные вещи. То есть Прохлад Махарадж говорит: если у вас появится какая-то кожная болезнь на ладонях, доктор говорит: не касайтесь ногтей. В противном случае разовьется инфекция. Но когда спит этот человек, он испытывает какое-то... А то есть имелось в виду, что ногти поражены какой-то болезнью,
И доктор сказал, не прикасаться к этим ногтям, а иначе распространится инфекция. И точно так же во время сна, когда человек спит, он касается, то есть и распространяется эта инфекция. И Прохлад Махарадж говорит, что также грехометхи, они наслаждаются, но никак не могут сказать, что хватит с меня, необходимо с этим порвать. Весь мир находится под влиянием майи. Только лишь изучая жизнь чистых гуру вайшнавов, вы можете понять, как возможно жить без этого. То есть вы можете закрыть их комнату, они будут наслаждаться. Откуда же они черпают это наслаждение? Потому что у них есть внутреннее видение. А у нас у всех внешнее видение. Мы все время хотим извне находить какие-то источники удовольствия. Таково наше настроение. Но чистый преданный смотрит внутрь сердца и оттуда черпает все, получает все. Итак, концепция «я и мое» неприменима к материальному телу, к грубому телу или тонкому. Неприменима. Она применима лишь к чидатме. Дух. Но никто этого не понимает. Атма находится внутри тела вашей дочери или кого бы то ни было еще, и поэтому вы любите ее. Если бы не было атмы, не было бы больше вашей любви к этому телу. Порой, то есть атмы испытывают любовь к другой атме, и хочется наслаждаться, хочется общаться, хочется, то есть так, получается наслаждение из взаимообмена с другой атмой. Душа не рождена, она не умирает, она то есть душа не рождена, и никогда она не может быть утрачена. Несмотря на то, что тело, материальное тело, тленно, душа никогда не может подойти к своему концу существования. Я уже объяснял, что атма, гьянамой васту, нитья васту, чинмой васту. Я много-много раз обсуждал этот момент. Прохлад Махарадж говорит в Вишну Пуране. Он выражает горькое соболезнование всем нам. Бхактивинода также говорит, цитирует то, что говорит Нарсимхадев. Те, кто не обладают разумом, сознанием,
обусловленные души, которые выражают сильную привязанность, прийти к материальным вещам, материальным отношениям. Безостановочное влечение обусловленных душ. То есть души испытывают влечение к материальным вещам или людям. В этом вся трагедия. Прохлад Махарадж, плача, говорит. Точно такое же влечение хочу развить к тебе. Точно такое же. Пожалуйста, устрой так, чтобы я испытывал такое же влечение к тебе. Должно быть такое влечение к тебе, что ни при каком условии я бы не забывал тебя. Пожалуйста, сделай так. Пусть моя жизнь сложится таким образом. Пролей на меня милость так, чтобы при любом условии, в боли и в радости, я никогда бы не забыл о тебе. Мне необходимо такое благословение. Помните этот киртан? Вы не совершаете киртан, у вас нет никакой связи с киртаном, поэтому вы не можете вспомнить этот киртан. Вы должны понять значение этого киртана, потому что это значение затронет, глубоко затронет ваше сердце, и тогда вы достигнете успеха. Если такой киртан не затрагивает ваше сердце, то вы не достигли успеха. Для чего тогда совершаете баджан? Все это бесполезно. Если вы не следуете принципам Дживедоя, даже этим принципам вы не собираетесь следовать. Вы становитесь безжалостными. Вы не заботитесь о жене и о муже, матери и отце. Вы становитесь безжалостными. О каких осознаниях вы тогда можете думать? То есть, какие осознания может вам дать татва? То же самое.
говорит Прахлад Махарадж Нарсимхадева. Я хочу поддерживать. Я хочу при любых обстоятельствах оставаться. Я хочу при любых обстоятельствах чувствовать тебя, видеть тебя, чувствовать твои благословения. Пожалуйста, благослови меня. Жизнь, с которой... опасность, с которой мы сталкиваемся в жизни, на самом деле не является опасностью. Если вы теряете деньги, свое положение или что бы то ни было еще, мужа, если муж не помогает вам, жена не помогает вам, разные негативные ситуации могут возникнуть в вашей жизни, или вас кто-то обманет, или что-то еще произойдет. Вы думаете, что это нечто неблагоприятное. Но это не является таковым. Момент, когда вы забудете о Верховном Господе, это и есть неблагоприятное время, неблагоприятный момент. Кунти Деви плачет, и Бхагаван спрашивает, что случилось? Сейчас все проблемы решены. Сейчас я могу идти по своим делам, а вы наслаждаться правлением. И Кунти говорит, что нет, только сейчас начались настоящие проблемы. Так все это время не было таких больших проблем, как начались сейчас. Мы жили в лесу. Мы сталкивались с большим количеством проблем, но эти проблемы начались только сейчас, настоящие проблемы только сейчас. Мы хотим, на самом деле, тебя, только тебя. И это концепция совершенных живых существ. То есть Арджуна просит Верховного Господа, «Я хочу тебя». А Дурьотхана... А Дурьотхана сказал, что мы хотим огромную армию, хотим много солдат. Но Арджуна объясняет, что... Арджуна говорит, отвечает, что «Я хочу лишь тебя, Кришна». Итак, концепция преданных полностью отличается от концепции демонов. Вы думаете, о, Махарадж, у меня в жизни такие огромные проблемы, все так плохо. Ну, что вы переживаете? В любом случае мы оставим этот мир, это тело. А когда какая-то удача у вас появляется в жизни, вы думаете, о, сейчас настоящее, по-настоящему счастливое время в моей жизни, я получил наследство, и теперь я буду жить очень хорошо. Кто является преданным, а кто нет, зависит от настроения служения. Возвышенные преданные четко видят фальшь. Это очень благоприятное время, мангал. Если в это время вы можете памятовать о лотосных стопах Вишну, Кришны. В глубокой тьме невежества, сбитые с толку пути дживы, сбитые с толку майи, невежеством авидии, те, кто не понимает своей подлинной сварупы,
закованы в тугие сети влечения материального тела и всего, что связано с ним. Они развивают концепцию «я» и «моё» в этом материальном мире. Жизнь за жизнью. Они скитаются с этой ложной концепцией, желанием наслаждаться материально. Они никогда не задумываются о том, что есть подлинное здоровье, что такое здоровье. Здоровье чит. О здоровье атмы они не думают. Поэтому дживатмы настолько слабы и преисполнены неудовлетворения. Жизнь за жизнью они получают материальное наслаждение, но по сей день они не достигли удовлетворения, умиротворения. И в соответствии со своей кармой они скитаются по всему миру. Порой по различным мирам. Они порой идут в рай, порой в ад, порой где-то куда-то еще. По милости гуру вайшнавов они смогут обрести, как говорится в этой шлоке, карма анади, вечна. Бхактивинода Тхакура объясняет, что причина, изначальная причина кармы — это желание. Желание исполнить. То есть карма появляется для того, чтобы исполнить это желание. Авидья заставляет желать. И она переводится как забвение о абсолютной истине. То есть дживы не помнят, что есть абсолютная истина. Они забыли о том, что они являются вечными слугами Верховного Господа. И это невежество не проросло внезапно во время творения. Семя этой кармы находится в положении татастха. Необходимо петь киртаны, чтобы осознать, о чем идет речь. Как в этом киртане. Вы постоянно должны совершать киртан для того, чтобы осознать все эти истины. В противном случае проблема. Мы постоянно пытаемся найти противоречия, то есть
То есть необходимо быть очень внимательным, прежде чем давать какие-то заключения по поводу апракрита шастра вичария. Сейчас я хочу сказать, если Верховный Господь Нандананда Шри Кришна является Адвайгьяна Таттвой, в таком случае бесконечное разнообразие, которое он проявляет в материальном мире или в трансцендентном мире, может прийти под категорию Адвайгьяна Таттвы. Я хочу сказать о том, что если Верховный Господь Шри Кришна то есть Бхагаван Адвайгьяна Таттва является Адвайгьяна Таттвой. В таком случае бесконечное разнообразие, которое он проявляет, возможно, в материальном мире или в трансцендентном мире, определенно подходит под категорию Адвайгьяна Таттвы, и в этом нет никаких сомнений. Верховный Господь постоянно выражает игривое настроение, бесконечное разнообразие. Даже в баджане, то есть вчера мы говорили о том, что бесконечные читмурти исходят из сияние тела Бхагавана на Голока Вриндаване, каждая сварупа, тот, кто является всемогущим и вездесущим, для него возможно все. И мы не должны сомневаться в этом. Все материальные представления о начале, середине и конце. То есть мы знаем, что Дхамма была сотворена Балададжи Махараджем. И если это так, если Дхамма произошла от Ананты, встает вопрос, что было первым, Ананта или Дхамма? То есть мы пытаемся найти начало, конец и середину. Но наша концепция, наше представление полно осквернения, и поэтому мы не можем прикоснуться к реальности. Бхактивинода Тхакура объясняет в форме Рагунатдас Бабы в Джавадхарме, он говорит: «О, мой сын, лучше перестань движение аргументов в твоей голове, а просто слушай Сиддханту. Чем больше ты погрузишься в чит-медитацию, тем больше ты осознаешь ее. То есть погрузись в баджан. Материальные факторы, то есть опираясь на материальные представления, ты не сможешь понять трансцендентную истину. Ты будешь сомневаться, и из этого ты падешь». Все представления материального характера о начале, конце и середине абсолютно неприменимы к трансцендентному миру. Там прошлое, то есть там вечное время, там вечно. Если вы будете пытаться найти начало трансцендентной обители опираясь на историю Гопа Кумара, или каких-то садна-сидда-джив,
эти попытки непрактичны. Бхактисиддханта Такур говорит, что как только Гопа Кумар то есть, как я уже говорил, если вы каплю воды забросите в Гангу, она сольется с Гангой. Верховный Господь говорит, что Расалила мы знаем, что Бхагаван доказывает, что все гопи осознали во время танца раса, что она длилась всего как секунду. И они... То есть для них Расалила пролетела как секунда, и они страдали от того, что она закончилась. Прампаджипат Мадхава Госвами Махарадж очень часто цитирует шлоку, цитировал шлоку. Бхактивала Тиртхам Хараш также часто цитировал эту шлоку. Что делать, а что не нужно делать, когда делать и как делать, и как из вас дураков сделать. Все это... Бхагаван вездесущ. И всезнающий. Все противоречивые факторы находят свое полное подтверждение, объяснение в трансцендентном мире. И в материальном мире их применение невозможно. Всегда помните об этом для того, чтобы избегать сложностей, которые могут возникнуть в вашем уме в будущем, с которыми вы можете столкнуться в будущем. Хотя Адвайя Гьяна Таттва уникальна, едина. Она одна, единственная, нет такой второй. Это Таттва Васту, полна разнообразия. Необходимо помнить об этом. Мы очень хорошо знаем, что Шри Кришна — изначальная причина всех причин. Он вечно находится на Голока-Дхаме. И все разнообразие, бесконечное разнообразие также присутствует там, на Голока Вриндаване. И этот материальный мир также полон разнообразия. Сандини Шакти, Самвир Шакти. И третий Шакти вечно. Находится там. Самвид Шакти, Хладини Шакти. Отражение Хладини Шакти, как тень, присутствует в этом мире. Этот мир — перевернутое отражение трансцендентного. Так вот, в материальном мире
женщина и мужчина также испытывают влечение друг к другу, но в действительности это лишь перевернутое отражение. То есть здесь любовь наполнена осквернением и эгоизмом. Ученые, пишут что-то выражают, то есть создают какие-то, выдвигают теории, идеи, но в действительности все это бесполезно, потому что после того, как они оставят тело, все их учение станет бесполезным. Эту гьяну они потеряют. То есть это знание, они лишатся его. Итак, Кундалини Шакти, Самвид Шакти, и все разнообразие материального характера, которое доступно в этом мире. Разные какие исследования, любые, философские, научные, все исходит из самвид шакти. Когда кто-то задавал вопрос, когда задали вопрос Прабхупаде, откуда у вас такие новости, столько... Вот вы Надио Пракаш выпускаете, откуда у вас каждый день будут новости, то есть о чем вы будете писать в этом ежедневном издании? И Прабхупад говорит, что, ну, почему бы нет? То есть материальные журналисты, редакторы газет пишут ежедневно, бесконечное количество новостей описывают, а этот материальный мир — это лишь часть творения. Часть бесконечного мира, чит-джагат. Так если они могут каждый день писать, то почему мы не можем? В чит-джагат, в трансцендентном мире бесконечное количество новостей. А кто-то вот задал такой вопрос. Прабхупад ответил, что в этом невозможного, но единственное условие — необходимо находиться в связи с трансцендентным миром, и тогда бесконечное количество информации будет проявляться в вашем сердце при условии, что вы находитесь под руководством саду. Если саду видит даже что-то негативное, что-то грязное, он извлекает из этого все хорошее, потому что его даршан — это Вайкунтха даршан. Даже в плохом он видит хорошее. Итак, перевернутое отражение Кундалини Шакти образует собой тень. И эта самая Шакти создает отношения, любовные взаимоотношения между людьми. То есть, если есть атма, встает вопрос о любви также. Но и все материальное образование, знание этого мира исходит из самвид шакти. Все знатоки, все... то есть... В этом мире мы называем... То есть все это материальное мире проявлено с помощью самвид шакти. Без самвид шакти мы бы не осознали, что есть любовные взаимоотношения. А сандини шакти при ее помощи, как я уже сказал, Балдавджи Махарадж создает вечный мир, но вечная дхама
создана Баладевой, Баларамом, Баларам Махараджем. Но когда не было такого начального момента, потому что она существует вечно. Мы не можем сказать, что трансцендентный мир вот именно в этот момент был сотворен, потому что он вечный. Все на Вайкунтхе создано Сандини Шакти. Если вы будете думать, что ваша жизнь Бхактивинода Такура, Шивананды Сены и остальных выдающихся спутников Шри Чайтаньи Махапрабху такая же, как и ваша грехастха, жизнь грехаст, что это обычные грехастхи, Шивас Пандит, все они исходят из Шакти, из Сандини Шакти. Итак, Кави Карнапур, Шивананда Сен, Халадини Самбит Сандини. Все они являются то есть наше материальное тело. И взаимоотношения в этом материальном мире между нами, все это, все материальные ингредиенты, все материальные вещи, которые мы наблюдаем в этом материальном мире, все это перевернутое отражение Сандини Шакти. Понимаете, о чем я говорю? Таким образом, необходимо понять точное определение, в точности, что есть это творение. Мы видим, что дживы рождаются. Итак, мы видим, что разнообразие. Этот мир преисполнен разнообразием, он создан из разнообразия, и Кришна является причиной этого разнообразия. Обусловленность джива. Джива обусловленность незапамятных времен. И она обусловлена беспричинно. Как в Веданта Сутре сказано, карма также является анади, вечной. Итак, естественно, не было. Когда татастха джива попадает в трудности, она может сейчас уже выбирать. То есть на стадии нитья-бадха вечно обусловленная, а нитья-мукта вечно освобожденная. То есть бесконечные. Баладев Видьябушан говорит,
Сейчас мы поговорим об очень важном моменте, особенном моменте, посвященном дживам. Все цитируют эти шлоки. Мы постоянно слышим об этом. Постоянно все говорят об этом, но никто не понимает, что о чем тут идет речь. Кроме вайшнава дхармы, повсюду вся философия — это лишь какие-то выдумки, измышления. Бхагавата дхарма и вайшнава дхарма вечна, она является атма дхармой, джайва дхармой. Философия означает то, что является вечной истиной, где нет никакого осквернения, нет никаких манипуляций, никаких измышлений. Из этого стиха Чайтанья Чаритамриты мы хотим его проанализировать, этот стих, и подвести его к заключению, сделать заключение. Откуда? То есть под руководством Бхактивинода Тхакура, Шридхара Госвами Махарадж, Кеша Госвами Махараджа, Валдавидья Бушана, мы аналитично будем разбирать этот момент. Еще до Гаура Пурнимы мы должны успеть это сделать. Начиная со стиха Чайтанья Чаритамриты, мы видим, что вечная дхарма дживы — служить Кришне. Все говорят об этом. Из этого стиха Чайтанья Чаритамриты мы ясно видим, что вечная дхарма джива — служить Кришне. И ничто другое не является ее дхармой. Но на практике мы не видим это в примененной форме. То есть мы не видим на практике, чтобы это так происходило. Почему? В этом вопрос. Под руководством Бхактивинода Тхакура я хочу обсудить этот момент. Попытайтесь понять, на самом деле служение Кришне — это не нечто, что вы должны практиковать или изучать. Это не что-то, что необходимо привнести извне. Это не что-то иностранное для нас, то есть это не что-то чужое для нас. То есть это не что-то, что мы должны привнести извне. Это уже находится в нас. То есть это находится в сварупе дживы. Вчера я отвечал на вопрос. Прежде я также говорил об этом, что татастха, положение дживы, положение татастхи находится в очень-очень тонкой форме в сварупе дживы, в тончайшей форме. Дживы в действительности не татастха. Но положение татастхи присутствует в дживе. То есть имеется в виду ощущение положения татастхи. Потому что она не... Ее положение не зафиксировано. То есть это не что-то, что необходимо принести извне. Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур пишет,
что это сама природа джива, потому что джива обладает тонкой духовной формой, с носом, глазами и так далее. Бхактивинода Тхакур говорит об этом, пишет об этом. Особенно те, кто находится в линии Шри Кришны Чайтанья Махапрабху, такие личности, как Шрила Рупа Госвами Пад, Бхактивинода Тхакур, Гуркшрила Бабджи Махарадж, Прабхупад и так далее, все они обладают особым чит, телом чит, как Браджаваси. Все время находится в прекрасной юной, в прекрасном то есть их тела прекрасной юны. Я слышала от Гуру Варги, что кто-то получил какой-то из представителей нашей Гуру Варги получил ситхи в Сакхи-расе. Я не хочу говорить о их именах, потому что все хотят Мадхур-расы. Потому что материальная Мадхур-раса, они уже почувствовали, что такое материальная Мадхур-раса, и поэтому сейчас все друг с другом спорят, что Мадхур-раса самая превосходная, и все хотят ее. Во Вриндаване всюду Сакхи-расе, Кришнада, Мадхур-раса, и Сакхи-раса. Во Вриндаване, в Пуре, всюду Мадхур-раса, но Кришнадас Бабджи Махарадж находился в Сакхи-расе. Я знаю это наверняка. Точно это было так. Он ученик Шрилы Прабхупады. Еще один знаменитый ачарья также находился в Сакхи-расе, но сейчас преданные сражаются друг с другом за совершенство, за то, что выше. Но на самом деле, какая разница вам? Сейчас такие огромные дебаты на этот счет, но они не хотят защищать сампрадаю, учение сампрадаю оскверняется. Но вы сражаетесь, как Сахаджи. Сампрадая в полной... То есть все заняты своими манди, своими храмами, своим собственным положением. Никто не защищает чистоту философии сампрадая. То есть все находится в сокрытой форме в дживе, но в нас, но мы этого не видим. Служение Кришне — это не религия или вера. Совершенно не так. Это дхарма, которая возникает из конституционального положения дживы. Сейчас встает вопрос. Если для дживы естественно, это, если для дживы это естественно, почему мы не видим это проявление этого в дживе? Почему мы не видим? Напротив, мы видим, что все и каждый заняты служением майя. Они внешне делают вид, что совершают служение, но если Гуру Вайшнава посмотрят на них, они определяют лицемерие. То есть внешне они делают вид, что совершают служение, но на самом деле это не является служением, это просто бизнес. Это бизнес, это бизнес. Шанта Госвами Махарадж много раз говорил, что это бизнес, это не служение в храме, это не поддержание храма,
Это просто бизнес. Продажа книг не так важна. То есть они заинтересованы в бизнесе. Многие. То есть таким образом мы не можем прикоснуться к лотосным стопам Нарисимхадева или Шалаграма. То есть имейте в виду, что так нельзя поддерживать духовные организации, то есть к этому приводить. Даже те, кто практикует долгое время, не могут осознать этот момент, что, то есть на практике, имеется в виду, что это присуще дживе. Те, кто 60 лет находится в Гаудиаматхе, они могут и не чувствовать этого. Если у них нет осознаний, как можно рассказывать Харикатху? Харикатха равняется реализациям. Но мы ошибочно думаем, что Джива Госвамипад, как говорит Джива Госвамипад, речь, исходящая из лотосных уст чистых гуру и вайшнавов, мы не должны в ней сомневаться. И сомневаться в том, что говорят чистые вайшнавы. Возможно, Гуру Кишор Дасбабджи говорил нечто отличное. То есть внешне это выглядело отлично, что они говорили что-то другое. То есть одно говорил про Прабхупада, а Гуру Кишор Дасбабджи хорош внешне казалось, говорил другое. Но в действительности все это правда, все это истина. Если какой-то воздушный саду, сама осознавшаяся душа делает какое-то философское заключение, то есть суть в том, что если два выдающихся саду говорят Сиддханту, рассказывают Харикатху, не может быть никаких... То есть это не будет чем-то различным, отличным друг от друга. Имеется в виду, чем-то отличным в их речи не будет различий. А Шабда-Праман самый главный, то есть Шабда-Праман это самое главное доказательство. Когда саду что-то рассказывает, основываясь на своих осознаниях, будьте уверены, что он говорит о шастра-вичаре. То есть он говорит то, что взято из шастр, потому что в нем ничто не может... То, что когда говорит Бхактивинода Тхакур, то есть если мы помедитируем, мы прочувствуем, что в том, что написал Бхактивинода Тхакур, сокрыто так много Таттва Сиддханта Вичара. Если мы просто спорим, Итак, я хочу сказать, что те, кто практикует, могут практиковать даже долгое время, они могут не осознавать на практике все эти, этот момент, что все сокрыто То есть как можно назвать это изначальной дхармой дживы? В то время как многие долгое время практикуют и до сих пор этого не осознали. В этом вопрос, как же можно назвать это естественной природой, спонтанной, изначальной дхармой дживы? То есть бхакти является изначальной, спонтанной, то есть естественной
дхармы дживы. Бхактивинода Тхакур объясняет под руководством Бхактивинода Тхакура, мы под руководством Бхактивинода Тхакура пытаемся понять этот момент. Он дает замечательное решение этому вопросу. Никаких противоречий не остается после объяснения Бхактивинода Тхакура. Наш Кешава Госвами Махарадж также много раз говорил. Природа. Каждый васту, не один васту, каждый предмет этого, то есть каждый предмет обладает своей особенностью. И Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур рассказывает о васту шакти, васту свабхаве, о природе, субстанции, то есть о природе объекта. То есть в каждом... Если вы посмотрите на железо, у него есть одно свойство. Если вы посмотрите на медь, то есть все это васту шакти, природа, васту, то есть пример. Вода, естественно, что вода жидкая. То есть жидкость — это естественная дхарма воды. То есть она, естественно, она является жидкой в своей естественной форме. Точно так же касаемо молока. По своей природе оно, естественно, жидко. То есть каждый, абсолютно каждый объект этого мира обладает своей особенностью, своей природой, васту свабхавой. И Кешава Госвами Махарадж также прекрасно объяснял этот момент, потому что он был возвышенным пандитом Веданты, выдающимся пандитом Веданты. То есть не нужно извне привносить эту природу. Это природа присущая объекту. Ее нельзя изъять от объекта. Их нельзя разлучить друг с другом, природу и сам объект. Каждый объект обладает своей свабхавой, своей естественной личной природой. Каждый объект обладает свабхавой, личной природой. И это и есть дхарма. Дхарма объекта. Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что это самая природа дживы, дхарма дживы, это према-дхарма. Према-дхарма. Тхакур дает пример. Много раз он говорил, что естественная природа дживы — это према-дхарма. Тхакур приводит пример того, что когда васту, объект, приходит в соприкосновение с какой-то энергией, с отличной ему энергией, отличной от него энергии, или с чем, то есть из-за влияния этой другой энергии,
Объект претерпевает викар, то есть происходит изменение. Когда он приходит в соприкосновение с энергией или другим объектом, из-за их влияния происходит изменение, трансформация. И таким образом, естественная природа объекта, мы видим, что она изменилась. Она меняется, природа, автоматически. Но определенно, изначальная природа васту или объекта не потеряна. Но в настоящий момент невозможно ее наблюдать. Она невидима. Итак, если мы видим какие-то изменения, какой-то викар, изменение объекта из-за соприкосновения одного объекта, этого самого объекта с другим объектом или внешней энергией, как в примере с водой, когда мы применяем жар, вода превращается в пар. Но это не естественная форма воды, тем не менее она изменяется, видоизменяется. Но изначальная природа васту не потеряна, изначальная природа объекта не теряется. Как и также в примере с бумагой. Если вы соберете бумагу и захотите ее изнутри поджечь. То есть есть какой-то инструмент для исследований, какая-то стеклянная бутылка. То есть какое-то особое стекло, которое не ломается от огня, когда его сильно нагревают. Итак, если в эту бутыль налить воды, The object you are boiling, that object can go in vaporized condition, can vaporize and in vapor condition, and that vapor can go through a specific outlet given there inside condenser. And there is some like wave, some glass, you know, glass like, you know, there is some outlet. And you are going to pass cold water through the jacket of the condenser. Try to understand. Condenser means there is one jacket, big, and inside there is another outlet. So the main, you know, thing which is boiling, you are going to allow that, you know, boiled object to pass through in vapor form. Through the inner outlet, I mean there's a long pipeline, and outside jack of that pipeline, there is cold water, one cold water entering from the top and from the, you know, and extreme point, there cold water going out,
These were all fresh water coming inside, cold water and fresh water again going outside. These were due to cold water, effect of that cold water. Those vapors which I allow to pass through this condenser, again I can find in droplets, again water can come back. If I am going to collect in a glass jar. То есть Махараш описывает какой-то пример исследования с водой и бумагой. То есть он объясняет, как можно изменять там воду, превращать в лед и так далее. Но суть в том, что изначальная природа васту, предмета, не потеряна. Совершенно не потеряна, но видоизменена. Внешне изменена. Шрила Такур приводит этот пример с водой. Вода всегда жидкая по своей естественной природе. В своем нормальном состоянии вода жидкая. Но если каким-то образом она попадает в температуру ниже нуля, она твердеет, она превращается в лед, твердая форма. Если я брошу льдом вашу голову, он может проломить голову. Таким образом, с помощью этого процесса мы можем доказать, что естественная природа находится в твердой форме, она неизменна. Есть жидкая форма, естественно, для воды. Но из-за помещения ее в определенные обстоятельства, она не проявляет свою жидкость, она находится в твердой форме. И без всяких реакций автоматически. Автоматически она становится твердой. Природа воды, ее жидкость уходит, не проявляется. И сейчас другая, особая природа проявляется. То же самое, когда джива приходит в контакт с майей на долгое время, бесконечная анадикал, в таком случае естественная природа, естественная према дхарма, естественно, приходит в сокрытую форму. И джива проявляет, то есть она служит майе. Как когда дух входит в тело, то же самое происходит, как будто бы в дживу, то есть в тело вселяется дух. И естественная према дхарма дживы скрывается, и в настоящий момент джива ведет себя как дух. То есть как будто бы все ее поведение, все ее характер, ее
все, что исходит от нее, один лишь мусор. И дхарма ее навеяна майей. И мы думаем, что это естественно для дживы. То есть это выглядит очень естественно. Но дело в том, что они просто находятся под влиянием майи. Они... Or called adopted nature at present. So jiva by nature. То есть это зовется нисарга, перенятая природа. По влиянию майи, материальной энергии, она проявляет настроение отвращения от служения Шри Кришне. И когда майя захватывает дживу, ее материальное тело, тонкое тело, то есть не естественно для дживы, майя захватывает дживу, захватывает ее тело. Естественно, что джива погружается в личные потребности, в желание наслаждаться. Об этом я буду говорить в следующий раз. Я буду говорить о Нитья Сварупе, о Рупануга Гуру Варге, о том, что говорили они. Мито випадде то грихо братанан, адан то говир вишатам тамишрам, пунаха пуно чорбито чарвананам. Банча калпатурвасики басинди бабича, патитанан павана бабишна бьо намо.